Всем привет, ребята! С вами я, Нубик в Майнкрафте, и сегодня я продолжу выживать в этом мире, где у нас есть куча всяких летающих островов, состоящих из разных лаки-блоков, и, конечно же, в этой серии мы продолжим строить целый город жителей прямо в воздухе, вот. Короче говоря, у нас жители размножились, и теперь их стало 5 штук, вы прикиньте, ребята? Вот, как вы помните, в прошлой серии их, по-моему, было 3, а теперь целых 5. Это очень круто, вот, и в принципе, короче говоря, у нас также появились новые острова из лаки-блоков. Вон, видите, там находится первый остров, а вот тут находится второй. Вот, он находится почему-то очень низко, и, короче говоря, именно на него я сегодня хочу попасть и поломать на нем лаки-блоки. Вот, короче говоря, у меня для этого есть вот это ведро воды, и сейчас я постараюсь выполнить очень крутой трюк. Он заключается в том, что мы сейчас просто берем, прыгаем вот отсюда на этот остров и под собой ставим воду. Вот, поэтому давайте реально попробуем. Надеюсь, у меня получится. Поэтому прыгаем. Так, 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 летим и... Да, ребят, прикиньте, у нас с первого раза получилось сделать этот трюк. Это очень круто. Вот, правда, я не знаю, как я буду обратно на мои все острова подниматься. Ну да ладно, я думаю, что-нибудь придумаю. Вот, и поэтому давайте уже будем ломать лаки-блоки. Посмотрим, что нам выпадет. О, отлично, золотые яблоки. Еще какой-то лук героя. Вот это круто, ребят. Смотрите, и мотыга героя какого-то. Вау, и даже удочка. Крутяк, ребят. Вот это нам реально сегодня прям везет. О, и даже житель. Привет, житель. А чем ты торгуешься? Вау, ребята. Пипец, вот это крутой житель. Нам его 100% нужно как-то поднять будет в мой город, чтобы он, короче, там жил. Вот это круто. Вот, правда, я пока что... Ой, нет, да это же первая ловушка, которая мне за сегодня попалась. О, смотрите, как я придумал круто. Я просто взял и залил эту дурацкую ловушку водой. Вот это да. Ух, ребята, пипец, конечно. Мы уже сколько лаки-блоков сломали и еще ни разу не умерли. Это просто... Блин, да как так-то? Там же ТНТ, они сейчас уничтожат жителя. Нет, пожалуйста, житель. Блин, он улетел в бездну. И теперь я вообще на самом-то деле не знаю, как попасть на этот остров. А ну-ка, а если я просто возьму и спрыгну на него? Блин, то тогда я умру. Ух, у меня же даже нету никакой воды, чтобы на него спуститься опять. О, вот это реально плохо. Ну ладно, давайте тогда немножечко поломаем лаки-блоков вот на этом острове. Попытаемся выпить отсюда воду. Ой, ничего себе. Смотрите, какой гигантский темно-красный попрыгунчик нам попался. Вау, как хорошо, что он в бездну упал. Это просто вообще очень хорошо. Поэтому давайте реально постараемся выбить ведро воды. И уже... Ой, зомби-гигант, а ну-ка, вали отсюда. Ты мне вообще никаким образом не нужен. О, что такое, не понял. Лаки-блоки, ну ладно, давайте сломаем. И, короче, о, кролик-убийца. Нет, ребят, только нет. Я знаю, кто он такой. Иди сюда. Ха, лошара упал куда-то в портал. Смотрите, вот это прикол. А этот портал, по-моему, ведет в какой-то эндермир, если я не ошибаюсь. Вот это да, жесть какая-то. Ну ладненько, давайте дальше ломать лаки-блоки. О, свинья, прикольно. Это какая-то свинья удачи. Вау, вот это круто, наверное. Она, наверное, что-то делает. Правда, я не знаю, что. Ну да ладно. Короче, давайте мы с этого острова уже наконец-то выберемся и все-таки выбьем ведро воды, потому что реально нам очень сильно нужно это самое ведерко, потому что я очень сильно хочу поломать лаки-блоки на том острове, который находится вон там вот снизу, потому что там реально какие-то очень крутые лаки-блоки, мне из них выпадают только хорошие вещи, вот. О, ведро воды, да это же то, что надо, ребят, все. Наконец-то нам повезло, сейчас нужно как-то отсюда вот так вот выбраться и пройти на этот самый остров. И, кстати, житель, привет! А ну-ка, а давайте мы для жителя построим вот такой вот небольшой мостик, чтобы он смог, в общем-то, подняться на этот остров и как-то уже там повыживать смог. Вот, а ну-ка, давай я себе сделаю вот такую лесенку. Ты, пожалуйста, житель, поднимайся и иди прям вот сюда, вот. А я сейчас тогда попытаюсь сделать еще раз мой крутой трюк и... Да, все, отлично! Уже 2 раза я делаю этот трюк, и у меня все получается. Эй, да что такое? Ребята, вы это видели? Меня что-то зажало и...
тут опять все взорвалось. Да что ж такое-то, ребят, я реально не понимаю, что вообще происходит. Ух, ну ладно, давайте тогда сбегаем вот на этот темно-синий лакиблоковый остров и поломаем именно их. Вот, потому что на самом деле я их уже очень давно не ломал. Блин, да ну нафиг этот дурацкий темно-синий лакиблоковый остров. Ну его нафиг, реально. Давайте сломаем несколько штучек вот здесь. О, ничего себе, колодец. Прикол. Ну ладно, я думаю, мне ничего плохого здесь не выпадет. Да, это хорошо. Еще колодец. Да сколько можно, ребят? Уже два колодца. Это что такое? Куда я лечу? Ребята, что за фигня? Офигеть, я умер каким-то образом. Пипец какой-то. Вот этого я вообще не ожидал, конечно. И, кстати, там еще какой-то остров из ТНТ лакиблоков появился. Я думаю, потом нужно будет обязательно на него зайти и посмотреть вообще, что мне из них выпадет. Вот, но первым делом я бы хотел, конечно же, поломать вот этих радужных лакиблоков. Вот, потому что, как вы помните, в прошлой серии мне выпадали реально очень крутые вещи именно из этих лакиблоков. Но почему-то сейчас... О, сколько руды, только я упал! Дурацкая ведьма меня скинула, и я потерял все очень крутые блоки. Да сколько можно-то уже? И вообще, мне так-то нужно ведро воды. О, не понял, это что, вода? Да, ребят, смотрите, вот это прикол. Вот это мне реально повезло. Ну ладно, давайте тогда мы по-быстренькому вот так вот спрыгнем вот на этот остров. А ну-ка, да, отлично. Давайте также немножечко поломаем. Да сколько можно-то, ребята? Да ну нафиг, все. Больше на этот остров я не пойду, потому что здесь какие-то очень плохие вещи выпадают. Вот, он первоначально мне давал очень крутые вещи, но в конце концов все-таки меня обманул и начал меня просто-напросто троллить. Вот, это вообще не круто. Я даже не знаю, куда мне отправиться и где можно поломать еще лаки-блоков. Вот, и кстати говоря, ребят, я вам не сказал, то что я построил вот такую вот ограду, и теперь тут у меня живут вот такие вот овечки прикольные. Вот, мне реально очень нравится то, что у нас пока что все реально очень хорошо получается. У нас уже есть два дома для жителей, целых 5 жителей, вон там вот 6 даже есть. И также ферма с животными, вот, это круто. Поэтому я, в общем-то, хотел бы дальше продолжать развивать мой город в воздухе. И поэтому давайте поломаем вот этих зеленых лаки-блоков, посмотрим, что из них может выпасть. Потому что мы сегодня еще ни разу их не ломали, и мне реально интересно. Возможно, из них мне выпадут какие-нибудь крутые вещи. Главное, чтобы мне никаких огурцов не выпадало. Вот, и тогда все будет хорошо. А ну-ка, так, так, так. О, не понял, это что, ведьма? Ух, как же хорошо, что она полетела в бездну. Так, ладненько, открываем дальше. Фейерверки и... Ух ты, сколько крутых ресурсов, ребят. Смотрите, давайте мы сейчас за ними поднимемся и, конечно же, заберем их. Вот, особенно нужно поднять золотые яблоки. Вот это крутяк. Офигеть, ребят, ну вот этот остров реально нам дает какие-то крутые вещи. А что за блок, ребят, смотрите. Это, мне кажется, какой-то странный лаки-блоковый блок. Интересно, а что будет, если я его сломаю? А ну-ка, хопа! Не понял, а что произошло? Ребят, это было очень странно. Я подумал, что сейчас что-то реально произойдет, но ничего не произошло. Ну ладно. О, железяка, привет! А ты что, добрый? А, ребята, мне уже выпадал такой железяка. Он, короче, реально очень добрый. И он, короче, я так понимаю, будет теперь защищать моих жителей. Вот это крутяк! Это мне реально очень повезло, что он мне выпал. И поэтому давайте откроем еще парочку лаки-блоков. Раз, два, три. О-о-о! Это что такое было? Ребята, вы видели это? Там какой-то нубас был, очень злой и очень сильный. А ну-ка. Мне прям интересно стало, а что это за монстр такой был? Ой, это ловушка, ребята. Этот монстр сделал для меня ловушку. Ух, я выжил, как хорошо. И тут какой-то спаунер-зомби заспавнился. Вот это жесть, конечно. Но мне все же интересно, куда же пропал этот дурацкий нубик, мутант. Ой, а это кто? Это же зомби-боб. Нет, только не это. Как же я его ненавижу. Получай, зомби-боб. Все. Как же хорошо, что здесь есть бездна рядом, куда можно скинуть этих дурацких зомби. Вот. Ой, ТНТ. Нет, пожалуйста, нужно убегать. Блин, у меня было столько жизней, но эти ТНТ все же меня взорвали. Вот ведь какашки. Ну ладно. Короче говоря, смотрите, сколько у меня уже жителей. Целых, получается, 6 штук. Вау. И даже железяка теперь есть, который их будет охранять. Вот это реально круто, ребята.
Не понял. Житель, ты чё, упал в бездну? Пипец, ребята, ну всё, теперь у меня 5 жителей. Сколько можно? Ну они, конечно, глупые. Вот ведь жителей дают. Я, значит, для них дома строю, развиваю их, а они просто падают в бездну, ну пипец. Ух, ну ладно, короче, ребят, давайте мы сейчас построим ещё один домик для жителей. Я вам покажу, как он выглядит, и мы уже на этом будем заканчивать. И всё, смотрите, о, блин, упал случайно в бездну. Ну ничего страшного. Короче говоря, ребят, я наконец-то построил домик. Вот, смотрите, сейчас я вам его покажу. Я его решил построить прямо вот на таком вот отдельном островке. Мне кажется, получилось очень круто. И, в общем-то, на этом я уже буду заканчивать. Вот. В следующей серии мы с вами продолжим развиваться. Продолжим строить город в воздухе. Поэтому подписывайтесь на мой канал. Ждите новых видео. Ну, а с вами был я, Нубик в Майнкрафте. Всем пока! Yeah.